Я всех приветствую. Мы продолжаем ходить на пороге войны предстояния. Миссия «Есть кто живой». Цель — найти американцев, выживших на этой части острова. Надо расспросить мирных жителей в деревне. Деревня. Фрумбург. Итак, играем за Эйбрамсона. Так, у нас есть пластиды и шумная винтовка. Давайте начнем. Так, направляемся к деревне. Расспросим местных жителей. Узнаем что-нибудь. Допустим, у этого человека. Добрый день. Чего это вы тут? Такое неспокойное время. Война войной, а работать надо. Не знаешь? Остались ли в этих краях американские подразделения? Недавно вертолеты сбрасывали в той стране парашютистов. Ясненько. Этот человек нам сказал то, что где-то в этой области есть наши. Давайте поедем туда и разберемся. Они должны быть где-то вот в этих лесах, около реки. Кроме наших, тут еще могут проходить патрули, так что нужно быть крайне осторожным. Нашли. Похоже, какая-то разборка сейчас будет. Здрасте. Надо отразить атаку теперь. Это мы сможем. Только я противника не вижу-то. Один, допустим, готов. Еще один есть. Сейчас я в соло разберусь с этими бомжами.
Парень, я вижу, ты любишь рисковать. Что, на той пушке, что ли? Этот парень не то, что любит рисковать, он очень везучий. Блин. За деревом спрятался. Парень спрятался за деревом, поэтому я не мог его убить. Где? Русские, вы где? Один. Еще минус один. Да-да-да, поджимаем. Ну ё-моё, давай. Главное, нет никаких обозначений, что ты убил. Только если ты визуально увидел кровь. Теперь дерево спасло меня. Вот, возьму что-нибудь посерьезнее. Скорее, парни! Нам нужно уходить отсюда! Миссия завершена. Командование обнаружено, но задержаться нельзя. Пока еще советский спецназ не нагрянул.